Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы Брага-Лудогорец. В матче третьего тура Брага взяла важную победу в Болгарии, минимально обыграв Лудогорец. Самые интересные события развернулись в первые 10 минут матча. Сначала гости забили гол, затем хозяева забили гол. Но гол болгар не засчитали из-за офсайда. В дальнейшем Брага создала куда больше моментов, чем хозяева, но забить больше не смогла. У Браги набралась серия с трех матчей подряд на тотал меньше полтора. Это уже как бы и многовато. В понедельник Брага играет с Партимоненше и, скорее всего, должна прервать такую низовую серию. Конечно же, хозяева здесь идут явными фаворитами и в норме должны выиграть где-то на 3-1. Лудогорец сама по себе достаточно забивная команда, но в этой группе забила только один гол, что смотрится немного странно. Также немного странно смотрятся и два последних матча на 1-0. Брага без поражения отыграла 7 последних матчей без учета игры с Партимоненше и должна бы продлить эту серию еще на пару матчей. Лудогорец в последнее время зарядил серию из двух побед и одного поражения, но к матчу с Брагой у болгар победная серия уже достигла 3 матчей. По всем раскладам пора ей прерываться. Болгары не любят ничейных матчей, поэтому они здесь скорее проиграют, чем выиграют. Посмотрим, на что ставил народ за последнюю неделю. Коэффициенты сильно не изменились. Большинство согласно с буками и отдают победу хозяевам с сухим счетом. Дядь Юра считает, что Лудогорец здесь проиграет, но забить должен. Из связки тотал больше обе забьют да победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да 2.11. На тотал больше 1.85, на победу хозяев 1.45. Вариант забивного матча здесь просится сам собой. Брага идет на длинной низовой серии. Лудогорец забил в предыдущих матчах только один гол. Как говорится, welcome total больше 2.5. На роль доходного варианта здесь запросто можно играть вариант обе забьют да за аномально высокий коэффициент 2.11. Либо же взять победу хозяев с фора минус 1.5 за 2.23. Тут уж кому что больше нравится. Лудогорец 3 своих последних поражения получил со счетом 0-1. 3 последних очных матча этих команд прошли на тотал меньше и 2 были нулевыми. Ну пора бы уже сыграть что-то веселенькое на голы и в те и в другие ворота. Лудогорцу здесь терять нечего, лишь только победа сохранит болгарам шансы на плей-офф. Поэтому можно надеяться на забивной футбол. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.